пальчик, то вот этот вот, блядь, большой нахуй, вот этот вот, блядь, в почтовом ящике ну, будет, блядь, и этот тоже. Да, пошли, куда надо идти? Напугал. Я тебя сейчас побью. Пошли, выйдем, пойдем. Хорошо. Сейчас будет какое-то испытание, типа меня будут убивать. Ну, блин, что-то я не понял, куда он. Куда ты прошел, я ж нифига не понял. Бля, да я вообще не убиваю. А я не пойму, я как ты туда прошел. Через город, сюда заходи, через город, вот так вот. Вот мне тоже говорили. В окошко смотри, я вот в окошко. Давай, сюда, в окошко прыгай. А, хоть подпольные пути узнаешь. Да не говори, да. Гибать, что это? Это вы, пацаны, вы сейчас попали, пацаны, в бах, и вас могут за это забанить, так что лучше выйдите. Этим ходом ходить куда? Нельзя. Куда попали? Да это не бах, это же обычное окно, блядь. Что? Это забор, я... Что, блядь? Чего нахуй? Прикинь, как легко ходить, да? Через эту болту. И это вон блокпост недалеко, вообще. Чё за хуйня, блядь? Не надо ядовитое озеро обходить. Ну что, готов, братан? Ну да, раз надо, значит. Серёга, готов? Да. Все. Ну сейчас он вернется. Блин, с 25 уровня только могут давать. А, так ты мне говорил, что с 25 уровня. Да, я уже забыл, кому что я просил. Тут по 5, по 10 человек, блин, прошу. Я понял. Вот с Алексеем мне дают процент. С других этих не дают, понимаешь, в чем дело. Ну ничего, я думаю, у тебя получится. Найдешь еще товарищей. Спасибо тебе большое, что отозвался. Да не, без проблем. Не зря ты у меня в друзьях. Не, если надо, я помогу. Ну, там видно будет, конечно. Согласен, спасибо тебе большое.